правительстве продолжается диалог с общественниками. В этот раз на связи «Союз Память». Вопросы медицины в числе первых. Из-за пандемии плановая диспансеризация льготников не проводилась несколько лет, говорят в организации. В Минздраве уточнили, таких пациентов очень много. Работу ускорит. До конца лета необходимые процедуры должны пройти члены семей погибших защитников Приднестровья. Говорили и об удостоверениях. Их обладатели, члены семей погибших защитников, не везде могут воспользоваться положенными законом льготами. Например, в поликлиниках или троллейбусах. Для разрешения ситуации в соответствующие организации направят письма.